Беда, беда с тележкой происходит. Я и так ее закинул в рожу, блядь. В одно лицо? Да. Вот это наглая пачка. После этой катушки я лег вообще даже не притронулся. Меня спина болит, я больше ничего делать надо. Ее сейчас толкать надо, Васянь. Ну давайте, Гаврил, ебать, ну цепляй, блядь, тяни, тяни. Все есть, говорит, блядь, все есть. Давай, подожди. Давай, надо прям синхронно это волной. Все, говорю. Ох, красота! Еще три раза! Двигал, он ушами двигал! Вот, видел, травму у человека! Все, Гарика, выселяем Антона Камнена! Уши повис, все! Раз, два, три! Еще два раза. Пацаны, ну в принципе все, еще разок вообще будет прелесть. Еще разок будет прелесть. Сломалась арматура средняя, это тележка сломалась. Ну сломалась, вон труба сломалась. Нет, еще раз надо толкнуть. Один раз прям, пацаны. Прям один разок. Все, вот даже больше середины, пацаны. Все, нормально, закрываем, поехали. Все, умнички просто, я вас люблю. Поехали, Горьковский инструмент забираем, валим домой. Не боишь? А сейчас ты не боишь. Ну а у тебя жилья нет. Блять, вам вилку выусвать. Че, ты передок подключил, а? Смотри, опасно, что они странные. Я еле подключил, а зачем ты отключил? Я, блядь, как надо.